конечно, можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Что-нибудь и смотреть не захочется. Всем привет! Наконец я выцегнил себе на полдня кума. Нам надо поставить дверь в спальню. Я 100 лет этого не делал, у меня нет полного набора инструментов, а у него есть. А дверь в спальню, вот эта вот, которая стоит, мы купили еще в феврале месяце. Вот с тех пор я пытался его выцегнить. Теперь вот вроде бы все дошло до того, что мы процесс запустили. Выцегнить цыгана, это вообще просто нереально. А как еще, да. Если кто помнит, то в каком-то видео у меня накрылся штатив, на него упал тюк сена, поэтому мы сегодня без штатива. Процесс работы будем показывать, наверное, местами, по мере того, как будем вспоминать о том, что у нас есть камера. Я сегодня помогаю чисто ничем. Стою, смотрю. Сейчас как петля вкорячится туда. И все. А если туда встанет петля, это значит, что дверь будет открываться. По идее, так там. Короче, вот дверь в распакованном виде. Какая-то она такая. Ну, я вам ее наверняка покажу, как она будет стоять. Я просто стою, смотрю, там даже помочь нечем. Не знаю, что мне делать. Я решил камеру включить. Чтобы я потом говорил, что это делали мы. Смотри, а то сейчас там те хейтеры, мастера сразу начнут. Вот где ты взял этого кривожопого, криворукого. Я хрен кому скажу, где я такого криворукого взял. Таких криворуких же поискать надо. А, видали? У него даже саморез в битке держится. Никакая тут криворукость. Глянь, даже саморез закручивать может. О чем вы? Это по щучьему велению. А, мы читали на днях такую сказку с детьми. Короче, вот. Так, сейчас чуть-чуть объясню, что дома у нас тут с этой дверью. Здороваться будешь? Нет. Ну, помаши ручкой-то. Мне пока ручка закручена. А, поэтому ты не можешь помахать, да? Дверь. Мы изначально хотели распашные две двери сделать, но оказалось это очень сложно и дорого к заказу. Мы долго мучились, и ну вот сейчас просто сократим здесь расстояние. Нашили доски, убрали 10 сантиметров, чтобы был нормальный пенный шов. Потому что изначально проем был метровый, под две двери по 45. Вот. Теперь мы купили дверь, по-моему, 80. Проем, но плюс пенный шов. Поэтому вот надо было зашить. Это зашили. Здесь все подмажется, со временем закрасится. И сейчас будем сюда вот ставить дверь. Короче, я переэксплуатировал сегодня Серегу. Время почти 10 вечера. Вот. А он только-только закончил с установкой двери. Я тут даже не берусь сказать, что эту дверь делали мы. Потому что... мы там не участвовали. Серега вообще все сам, все в одного. И я, конечно, еще в шоке. Да, нормально. Долго. Да, после работы приехал и все это сделать, это, конечно, дорогого стоит. Ну, а саму дверь я вам покажу уже, соответственно, в светлое время суток, пока надо упаковать и проводить кума во свояси. А то кума мне не простит задержку такую. Спасибо, Серег. Новый день. Мне опять привезли сено. И сосед надо мной жалился.
Решил прийти мне помочь. Говорит, а то, говорит, ты горемыка, блин. Бедный, несчастный. Как ты справишься? Тем более криворукий еще. Тут особо без подсказок никак. Поэтому мы сейчас добьем сено оставшееся. Вроде мне привезли все необходимое количество. Даже, может быть, чуть больше, чем надо. Но больше оно не меньше. Сейчас добьем омет. И хотя бы вопрос с сеном уже у меня будет закрыт. Все, дядь Леш, еще раз огромное спасибо. Сено уложено. Ну, осталось тут где-то распривязать еще какие-то частички. Сейчас я ее так привязал, потому что мне по времени пора на дойку. Все, сено закуплено. На этот год у меня должно хватить по нашим расчетам. Там посмотрим. Ой, все, надо бежать или как там. Готовиться к дойке, за коровой, за ведрами, за всем прочим. Кормить, поить, доить. Рассказывай, что мы сейчас делали. Что мы с ней делали? Как думаешь, много молочка дала? Угу. Проверим. Угу. Куда будем его переливать? Это что такое? В это ведро будем переливать? Угу. Ну давай переливать. Сейчас крышку снимем. Яички, да. Сейчас мы сначала аппарат промоем еще. А после того, как аппарат промоем, пойдем за яичками. Покажи, какое яйцо нашли. А сравни рядом с тем, поднеси его. Два рядышком покажи. Это что такое вообще? Ой, маленькое какое-то, да? Это, наверное, для поля такое, да, снесли? Да. Клади аккуратненько. Давай, смотри, еще есть где в гнездышках яички? Там, смотри. Есть? Давай, аккуратненько клади. Маленькое, да, какое? Вообще, еще есть? Есть. Давай. А тут нет. Ну, значит, все. Сейчас я еще проверю, пройду. Сейчас я вот тут еще гляну. Тут нет. Ну, все, значит. Все, пойдем домой. Контролируешь? Сверху нет, я посмотрел. Все, погнали. Погнали. Марусь, аккуратней. Шлепнешь с яички, разобьешь все. Навстречу мне идешь? Где? Вот мы и встретились, да? Угу. Погнали домой. Где? Разувайся. И сразу помидорчик, да? Где? Новый день. В телеграме в нашем я показывал, что последние вот дни я работал, ездил на обрезку в Тамбов и поставил свою машину на ремонт. Вторая стала вылетать. Короче, уже починит. Сегодня должен поехать забрать.
у бати пока взял машину. И пока вот у меня есть буквально 2 часа свободных, я сейчас пойду первый мед, наверное, откачаю. И заказы уже начинаются. Поэтому, да, кстати, по России, кому отправка и кому в Москву мед надо будет привезти, вот с моей ежегодной поездкой. Первая будет Москва, потом уже после Москвы я начну, скорее всего, отправки по России. Пока еще не решил точно. В любом случае, все, кто хочет наш вкусный полевой разнотравие, цветочное, мед получить, пишите нам, пишите в Телеграм, в Ютубе, наверное, это как-то сложно будет реализовать, потому что здесь как-то все равно и данные надо присылать по отправке и прочее-прочее. В общем, я уже начинаю собирать списки, да, чтобы понять количество, объем, какое везти на Москву, какое паковать на отправку. Пишите, буду все это отправлять. А пока пойду качну первые раньки. Ну вот, первый мед в этом году. Полился. Все, я приехал домой, забрал машину с ремонта. По дороге у меня еще ремень кондиционера отхлебнул. И гуру, соответственно, то есть без гуру, ну, доехал. Мы вам тут не говорили, это было все в нашем Телеграме. У нас у Поли был день рождения. Ну, как-то погода была не очень, мы особо не успели ничего поснимать. То вот сейчас есть что поснимать. Сама залезла в ведро с водой. И проверяет воду в стальных ведрах. Поль, помаши ручкой, Поля. Помаши ручкой. Ой, привет всем, скажи, да? Вот, я тут вот. Ванны принимаю. Аккуратней, дочь. В общем, знакомьтесь. Это Полина. Мы всегда удивлялись, когда нам говорили, что дети везде лезут, везде все достают, везде все копают и прочее, прочее, прочее. Мы смотрели на Марусю и думали, о чем говорят родители, нет такого. Потом у нас родилась Поля и говорит, сейчас, ребята, я вам за двоих все покажу, как должно быть. И вот эта торпеда, которая просто вот, я любыми путями, она такие расстояния преодолевает, такие барьеры, она везде перелазит, да? Вот она, вот такая я, опа! Помаши. Она махала сейчас. Ой. Вот, 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 всем привет. Знакомьтесь, я Полина. Че, водички подлить? Подлить, говорит, водички, у меня кончилось. Снимать надо, да? Тебя снимают. Ой, сейчас вывались, а. Ой, ладно, доставай ребенка. Обещал показать вам итог двери и так и не показал, закружился. Давайте как раз этой дверью и закончим, собственно, видео. Да, Поль? Марусь, какая у нас дверь получилась? Хорош? Тебе понравилась дверь? Она открывается? Ага, и закрывается, да? Во, как хорошо получилось, да? Ну, здесь мы доделаем, здесь это я подшивал просто, я говорил, изначально хотели другую дверь, здесь мы просто уберем. Вот, собственно, и все. О, здесь у нас вот порядок полный. Собственно, вот и все. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео, кто посмотрел его до конца. Не забывайте подписываться на наш канал, подписывайтесь на наш канал на Дзен, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, потому что мы там часто, мы там каждый день. Ну и, собственно, да, с блокировкой Ютуба, которая, я думаю, массово ощущается всеми, стоит искать альтернативы. У нас есть группа ВКонтакте, но туда мы, как правило, выкладываем ссылку, опять же, на видео Дзен. Поэтому всех ждем на Дзен. Обязательно пишите комментарии.
Все, по традиции всех обнял. Пока-пока. Девчонки, помажьте, пока-пока. Поль, помажь, пока-пока. Где-где? Ну, подожди, не показал. Помаши. Пока. Ой, и Поля машет пока. Всем пока-пока. Пока-пока. По ту сторону забора есть речка, голубое небо вечно, золотистая трава по плечи, догорает закат, как свечка. По ту сторону забора детства меня встретит летний вечер, теплый ветер мне нашепчет. По ту сторону забора есть речка, по ту сторону забора.